Есть еще в Японии, кроме Дайсо, вот в Муцу, 100 йен шоп. Сейчас зайдем, посмотрим. Ни разу не была. Какая прикольная коробочка. Где косочки? В Дайсо таких не видела. О, вот этот переходник я искала в Дайсо и так и не могла найти. Хорошо, что я сюда пришла. Вот здесь и куплю. Наушнички проводные. Вот этот мне нужен обязательно. Сейчас, похоже, надо будет пойти взять корзинку и чего-то купить. Такие маленькие конвертики. Это, наверное, записочки маленькие оставлять. Да, вот написано message. Прикольные, красивые. Такие хомячки. Тоже всякие конвертики. Прикольный, с лягушкой. Пикачу. Куча всяких папок. Косметичек. Есть даже для сада и огорода. Почва, удобрение, декоративные заборчики, всякие отверточки, перчаточки строительные. Листочки. Пипец, почти 30 градусов в магазине жара. Красивые рамочки для фото. Это маленькие мусорные ведерки. Прикольные. Всякие милейшие чашечки, эти блюдечки. Боже мой, ну какая же прелесть. Манюньки такие, арбузик. Ну реально, разве можно пройти мимо вот такой красоты? Ну, в форме рыбок. Кошатинки. Классно. Эти чашечки мне очень-очень нравятся.
блюдечки. Очень миленько. Любителям собаков. Что-то попить надо взять. Может, чаечек персиковый. Это что-то, не знаю, что. А, это кофе. Кокосовое молоко. Какой-то клубничный напиток. Яблочный. И апельсиновый. Куда ж без носочков. С котиками.